Что такое ярмарка вакансий? Это место, где решается судьба выпускников консерватории. Вот уже 12 лет сюда съезжаются руководители учреждений культуры, музыкальных и театральных коллективов, будущие работодатели со всей России. На этой творческой площадке для выпускников открываются двери в профессиональную деятельность. От имени и по поручению ректора и президента желаем вашим замечательным коллективам и организациям огромных успехов, а вам на нашей ярмарке прекрасных приобретений. Консерватория воспитывает профессиональных музыкантов. Уровень их подготовки привлекает внимание столичных театров и филармоний от Иркутска до Владивостока. В этом году руководители приехали из Ульяновска, Вологды, Челябинска, Иркутска, Череповца, Астрахани и других российских городов. За годы существования ярмарка вакансий приобрела важный статус. Она помогает выпускникам найти свое творческое предназначение. А все это во многом благодаря Софье Матвеевне Каневской, которая организовала первую ярмарку. Они отмечают, наши работодатели, что у нас очень высокий класс подготовки наших выпускников по всем специальностям. Наша консерватория очень известна в России, известна наша школа, известны наши педагоги. Тем более, что мы создали отдел трудоустройства, первый из всех музыкальных вузов. И сейчас мы идем, в общем-то, впереди по трудоустройству. У нас процент трудоустройства 95-96, в этом году 94,3%. Это вот очень высокий процент трудоустройства. Ни в одном музыкальном вузе такого процента нет. В ярмарке вакансий традиционно принимают участие выпускники всех специальностей. Духовики, струнники, пианисты, актеры музыкального театра, вокалисты, звукорежиссеры и музыкальные журналисты. А в этом году возможность заранее познакомиться с будущими работодателями была предоставлена не только выпускникам-специалистам, но и студентам 4-го курса. Перед выпускниками возникает целая палитра вакансий. Теперь и их задача – сделать выбор. Меня заинтересовало предложение поехать в Ростов-на-Дону. Это очень перспективный город. Там есть театр, там есть колледж, есть также консерватория. Вот, поэтому это очень привлекательно. Особенность ярмарки – это еще и возможность пообщаться с будущими коллегами. Такие встречи придают дополнительный творческий импульс и студентам, и работодателям. Нас интересует, прежде всего, инструменты народного оркестра. Это домра малая, домра альтовая, балалайка прима и баян. Вот для того, чтобы принять в свой дружный коллектив, для того, чтобы вместе творить музыку и играть. Идея ярмарки вакансий принадлежит президенту консерватории Эдуарду Борисовичу Фертельмейстеру. Мы знаем, как работают наши студенты и где какие студенты требуются. А работодатель знает, где получить хороших студентов. У нас появилась эта связь. И каждый раз все больше и больше учреждений посылает нам своих руководителей, главных режиссеров, дирижеров. Один из форматов – это ярмарка вакансий. Второй формат, который сейчас принимает очень мощные обороты – это образование, которое дается целевым образом, или целевая подготовка, да? Или целевой прием. Вот это тоже относится к ярмарке вакансий, но на раннем этапе. Из 60 принявших участие в ярмарке студентов-выпускников, 30 уже получили предварительные предложения.
Среди них скрипач Галус Сарксян. В любом городе России, в любом театре, в любом оркестре, филармонии вы обязательно встретите одного из 8000 выпускников Нижегородской консерватории, которые уехали работать благодаря ярмарке вакансий.